Добрый день, дорогие друзья! Всем пламенный салам алейкум из Северного Казахстана. Сегодня решил запилить этот ролик и вместе с вами, как бы практически в прямом эфире, попробовать модернизировать наш ориометр. Идея не моя, идея моего подписчика из Караганды, Геннадия. Геннадий, привет! Спасибо за наколку. Я, в принципе, я за любой кипиш, кроме голодовки. Давайте вместе с вами попробуем избавиться от недостатка ориометра. А недостаток этот, вы, наверное, все в курсе, что когда набираешь электролит, бывает, залипает верхняя часть поплавка, и приходится его вздрачивать, передергивать. И все такое прочее, бултыхать, мултыхать, вот таким образом, чтобы он вылез у нас ровно. Для начала давайте сделаем следующее. Давайте сделаем замер. И сделаем замер, наверное, вот на двух баночках. На этой и на этой, на разных батареях. С этой батареей я только начал работать. Давайте посмотрим, какая в ней плотность. Так, плотность ровно 1,15. Ровно 1,15, да? Ну, практически чуть-чуть. 1,14,9, где-то так. Эти замеры сделаем для того, чтобы убедиться, что наша модернизация не повлияла на результаты наших замеров. Так, и здесь у нас ровно 1,30. Так. Да, ровно, прям по линии. В чем будет заключаться наша модернизация? Сейчас покажу. И что нам для этого понадобится? Понадобится нам вот такая полторашка. Но не именно такая, можно любую, в принципе. Вырезаем с нее кусочек вот этого, как его правильно назвать, пластик, не пластик, блядь. Для того, чтобы точно это все сделать, я нашел вот такую шайбочку. Значит, по моим замерам, внутренняя часть колбы у нас 16,8 миллиметров, а верхняя часть поплавка 6,3 миллиметра. Вот эта шайбочка у нас 16,5, наружный диаметр, и внутренний здесь 6 копейками, но сверлить я буду на 6. То есть сейчас я вот таким образом обмерю, сразу засверлю дырочку или отверстие. И после этого посмотрим, что из этого получится. Друзья, ну вот получилась такая шайбка. Давайте ее взвесим. Два ноля шесть семь миллиграмм, да, миллилитров, миллисантиметров или чего там. И давайте попробуем натянуть эту шайбочку на наш поплавок. Так, но одной рукой неудобно. Давайте я ее попробую натянуть и потом продолжим нашу увлекательную кинофильму. Так, ну вот примерно так это все у нас выглядит. Как оно будет входить. В принципе, входит без проблем. Соединяем наш сосочек. Наши вкусовые сосочки. И идем
пробовать. Давайте сделаем замер. Начнем с уникума. Блять. Ну, трусить все равно приходится. Итак. А нихуя подобного. Один. Видим 1,18 плотности. А здесь на полной. А здесь по-прежнему 1,30. А здесь наоборот меньше, блядь, стало. Хуйня это все, блядь. Так, ну давайте-ка вот так вот. Дело в том, что эта батарейка у меня на дозаряде. Возможно, плотность и выросла. Да, блядь, один хуй трясти надо, блядь. Еботина это. 1,16. А нет, 1,15. Так. Ну-ка, давайте-ка, знаете, что сделаем? Все-таки она цепляется вот этими краями чуть-чуть. Сейчас я ее немножко сделаю поменьше. Чуть-чуть сделаем обрезание и продолжим наш эксперимент. Итак, сделал небольшое обрезание. Давайте продолжим замеры. Буквально где-то убрал, наверное, около 1 миллиметра по окружности. Ну, трусить все равно надо. И видим плотность 1,16 в этой баночке. Здесь, ну, здесь. Да. Блять, 1,30, по-моему. Ну-ка, давайте уберем эту ебалу и попробуем сделать еще один замер. Потому как эта батарейка у меня на дозаряде, и, возможно, за то время, пока я вырезал, занимался этим народным творчеством, возможно, здесь плотность выросла. Ну-ка, давайте. Сейчас разберу и сниму эту шаёбку. Шаёбочка снята. Давайте сделаем замер еще один. А нет, все верно. Все верно. 1,16 с половинкой даже. 1,16 с половинкой. Ну, в принципе, по большому счету, вот эта модернизация. А здесь ровно 1,30. Ровно 1,30. А вот эта модернизация все равно приходится передергивать. Давайте еще раз попробуем одеть и сделать замер. Итак, опять ставили шаёбку. Один 16.
1.16, но было, по-моему, 1.16,5. Хотя, по идее, вес добавился, и поплывок у нас должен был показывать 16,5, да? 1.16 ровно. Ну-ка здесь. Выскакивает и показывает. Здесь показывает меньше. 1.29. Так что не канает наша модернизация, друзья. А очень хотелось улучшить, модернизировать поплывок. Ну что ж, оставляем все как есть, выбираем эту шайбку, к сожалению, и работаем дальше. Друзья, ну вот, вместе с вами провели такой эксперимент. Что думаете? Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Дело в том, что вот эту шайбу, ее ниже опускать нельзя, потому как она должна, не должна встречаться у нас с электролитом, то есть погружаться в электролит. Ну, в принципе, когда плотность будет ниже 1.10, оно и козе понятно, любой козе, блядь, что батарея у нас высажена в хлам, и с батареей нужно упорно работать. Особого эффекта я, честно говоря, не увидел. Вот замеров, давайте еще раз. Ну-ка, с первого раза, с первого затыка. Протыка, вытыка. Ну, в любом случае нам надо немножко трясануть, чтобы поплывок у нас вылез. Поэтому смотрите сами, друзья. Вот такой эксперимент. Экспериментировать я люблю. И благодаря этим экспериментам появляется какой-то стиль работы. Ну, опять же, вот набрал. И только потом поплывок у нас выпрыгнул. Но на полточки, где-то на точку, показатели у нас занижаются. Если делать поправочку на вот этот разброс, то, может быть, стоит тратить свое время или нет. Ну, по привычке рука все равно дергается. Стоит или нет, то напишите в комментариях. Вот такая наработка, разработка, переработка. Что, друзья, на этом такой короткий экспериментальный ролик у нас закончен. Всем добра, удачи, здоровья, благополучия, и берегите свои батарейки и ориометры.